Всем привет, меня зовут Вика, и сегодня будет достаточно необычное видео на моем канале. Эту идею я, честно говоря, подсмотрела у Елены Райтман. Сегодня мы будем копировать фото видеоблогеров. Я подобрала для вас идеи, которые можно сделать на улице, дабы сделать это более интересным и прикольным. Но перед началом видео подпишись на мой канал, если ты до сих пор этого еще не сделал, поставь палец вверх под этим видео и напиши в комментах, какой ролик ты ждешь от меня следующий. Мне правда очень интересно, и давайте начинать. Я долго подбирала фотографии, которые будут простые, в то же время классные. И первая фотография будет немножечко посложнее только в плане фона. Это фотография Саши Кэт. В плане одежды здесь все элементарно. Тут главное пальто и рюкзачок, а также два колоска заплетенных. Самое сложное здесь фон. Я не знаю, есть ли такое в других городах, но у Саши это было граффити на здании. У нас тоже, к счастью, есть такие варианты в разных частях города. Я выбрала самую ближайшую ко мне. Здесь Супермен или Доктор Стрэндж, или это все вместе. В общем, я это поняла как-то так. И, по-моему, получилось очень классно, атмосферно, и мне очень понравилась эта идея. Вторая идея, наверное, моя самая любимая, самая крутая. На ней изображена Зои. Боже мой, я обожаю. Мне так нравится ее внешность, просто безумно. Касаемо одежды, здесь все очень просто. На ней серый свитер, но у меня была серая маечка. Поверх у нее была серая джинсовая куртка. Но джинсовую куртку я у себя не нашла такого цвета, поэтому я взяла джинсовую рубашку. Очки и яркая помада. По поводу фона, здесь тоже все просто, я думаю, почти в каждом городе есть пляж или что-то подобное, но даже если это будет просто какое-то безлюдное место, это будет очень красиво, фотография получилась очень похожей, ну, на мой взгляд, и очень классно, я ее просто обожаю. Так, пляж, я думаю, есть буквально в любом городе, я нашла прозрачные очки, джинсовую рубашку, там у нее был серый гольфик. Но я использовала серую майку, и, по-моему, получилось очень круто, несмотря на то, что это очень просто. И третья фотография моей любимой Евочки. Сама идея до безумия простая. Нам понадобится из одежды полосатый гольфик и черные джинсы. Я думаю, такие вещи есть практически у каждого в гардеробе. И ярким акцентом здесь являлся красный шарф, но у меня было два варианта. Либо же красный шарф или ярко-оранжевый, но не такой по текстуре, либо такой же по текстуре, но молочного цвета. Самым сложным здесь будет найти колонны. Я думаю, в принципе, у каждого в городе есть места, где есть какие-то красивые колонны. У меня это был вообще вход в парк имени Шевченко, если кто из Днепра. В общем, вы сами можете посмотреть на результат, и, по-моему, получилось очень даже похоже и прикольно. Ну что ж, я правда надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши в комментах, какое видео ты ждешь от меня следующим. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро, пока!